Компания «Акрос РБ» заключила соглашение о защите и поощрении инвестиций с правительством республики. Фирма планирует построить новый придорожный сервис в Уфимском районе. Инвестор вложит в свой проект порядка 93 миллионов рублей. Ранее инициативу рассмотрел Инвестиционный комитет республики и включил его в перечень приоритетных. Соглашение закрепляет право на получение мер господдержки. В частности, компания сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, получить льготу на имущество организации, а также земельный участок в аренду без проведения торгов. Строительство многофункционального комплекса рассчитывают завершить в 2026 году. Проектом предусмотрены кафе, магазин, автомойка и другие удобства для автомобилистов.